20 апреля в Центре дополнительного образования менеджмента качества и маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ стартовали 4 программы повышения квалификации в дистанционном формате в виде вебинаров. В них участвуют 27 руководителей и специалистов компании «Роснефть» и «Зарубежнефть». В реализации программ также участвуют партнеры Казанского федерального университета ТНГ Групп, «Татнефть», «21 век» и «Иридан». На данный момент продолжают обучение по дистанционной программе «Маркшейдерское дело» 30 человек из компании «Татнефть». У нас продолжает проходить переподготовку как корпоративные, так и физические лица. Например, у нас идет программа переподготовки для ПАО «Татнефть» Машедеров, 30 человек учатся дистанционно. Участники программы уже прослушали вводную лекцию от директора Центра дополнительного образования менеджмента качества и маркетинга Ильдуса Чукмарова, а также вебинар о применении глобальных спутниковых навигационных систем от доцентра кафедры космической астрономии и геодезии Института физики КФУ Рената Загрединова. Все удостоверения по итогам программы повышения квалификации участники получат экспресс-почтой. В настоящий момент центр имеет более 100 дистанционных программ-модулей и более 13 программ переподготовки, которые сейчас можно пройти со скидкой. Надо отметить, что в то же время для поддержки людей, находящихся в самоизоляции, для того, чтобы они время проводили с пользой и интересно, мы открыли все наши дистанционные программы в бесплатном доступе на период самоизоляции. И предоставили возможность проходить курсы программы переподготовки, а их у нас более 12 направлений. Сегодня в период самоизоляции с 50% скидкой. Диана Жленкова, Универньюз.